Народный артист Советского Союза Раймонд Пауз. Народная артистка России и Грузии Тамара Гварцетели. Оркестр фонограф Сергея Жилина. Мой Париж. Четыре времени любви. Вновь в памяти моей кружат слова. Je t'aime, mon Dieu, de quoi comment ça va? И ты, мой милый друг, мой давний плен. Сидишь со мной в кафе на Сен-Жермен. Светлые годы мне вновь возвращает Париж. Два нежных дыхания и шепот в ночи, мой малыш. И далекие звезды, танго звучит на проплывшем бато. Ты о прощении просил меня слезно, но мне казалось, здесь что-то не то. Двое в ночи, только мне одиноко. Шли мы с тобою вдвоем по судьбе. Ты для меня был когда-то пророк. Нынче лишь только себе. Ты губы целовал и руки, но боль предчувствия разлуки в сердце ожила, душу обожгла нежданным огнем. Ищу тебя, я обнимаю, но мы расстанемся, я знаю. На лету мне улыбнись. Пусть сходим часа приколдованные в кругу, кругу, кругу. А ты не плачь, прошла пора разлуки, время неудач. И нам не страшен ни судья, и не палач. И никогда не потеряем мы друг друга, друг друга, друг друга. Я за тобой долечу, судьбы иной, я не хочу, не будь со мной. И верь всегда, что впереди нас ждут счастливые. Мчатся приколдованные в кругу, кругу, кругу. А ты не плачь, прошла пора разлуки, время неудач. И нам не страшен ни судья, и ни палач. И никогда не потеряем мы друг друга. Тамара Гварцетели, Раймонд Пауз. Утихни.